Огнеборцы. История борьбы с пожарами в Бресте в 1771-1939 годах. Тема очередной встречи в рамках проекта «18-й квартал». Его участники подготовили для гостей мероприятия ряд интересных фактов, ранее не изученных и связанных с областным центром. Первый нормативный документ, который вообще на сегодняшний момент известен на территории Беларуси, это проект о мерах по борьбе с огнем в Бресте, 1771 год, утвержденный королем Понятовским. То есть до этого существовали какие-то местные решения и так далее, но это был системный проект, который предусматривал как регулирование застройки города, как организации профилактики пожаров, как организации тушения пожаров, так и ответственности за, скажем, какие-то определенные нарушения и так далее. 18-й квартал – это серия вечеров об интересных фактах из истории Бреста разных лет. Каждый гость старается подготовить что-то особенное, запоминающееся и впечатляющее, то, что ранее не озвучивалось, не обсуждалось или не демонстрировалось. Специально к очередной встрече сотрудники музея подготовили выставку, в составе которой редкие уникальные экспонаты. Тема-то она узкая. Можно сказать, почти точечная, но вот в рамках истории всеобщая, да. Но мы все же таки показываем 5 германских почтовых открыток периода 15-18 годы с видами сгоревшего Бреста. Мы показываем журнал «Нива» за 1901 год, который рассказывает и текстом, и фотографиями, иллюстрациями об одном из грандиозных пожаров, который состоялся в нашем городе, имеют место быть предметы из частных коллекций. Как-то каска польского пожарного, повседневная, боевая, называется 30-х годов, и редкая литература. 18-й квартал продолжит шагать по страницам летописи Бреста. Чем дальше, тем интереснее. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».